Тайны мозга. Чудо запаха и вкуса. Мозг. Далеко не познанная наукой совершенная система жизнедеятельности человека. Малейший сбой в работе этой безупречной и тончайшей системы опасен настолько, что может полностью изменить нашу жизнь. Ароматы огромного множества цветов в природе. Запах ожившей после дождя почвы или любимого нами человека. Или многообразие вкусов различных блюд и фруктов. Современные научные исследования позволили нам приблизиться еще на один шаг к познанию тайн строения и функционирования этого чудесного органа. В течение всей нашей жизни мы сталкиваемся с тысячами вкусов, запахов, делающих наше существование ярче и содержательнее. А теперь представим, что однажды вдруг все эти запахи и вкусы исчезли, и мы их больше не чувствуем в нашей жизни. И эти блага даны нам Создателем и Творцом всего живого на земле, Всевышним Аллахом. Один из аятов Корана гласит: «И если станете вы считать милости Аллаха, то никогда не сочтете их до конца, даже если обобщите их. Поистине, Аллах прощающий, милосерд». Несмотря на все великое многообразие вкусов и запахов, мы можем воспринимать их и запоминать без особого труда, поскольку наряду с такими уникальными явлениями, как запах и вкус, Всевышний Творец сотворил в нашем организме и совершенные системы восприятия, которые позволяют нам чувствовать и распознавать их. Эти системы бесперебойно работают ради нашего блага на протяжении всей нашей жизни. Этот фильм познакомит вас с этими уникальными системами вашего организма и еще раз напомнит вам о безграничной мудрости и могуществе Всевышнего Творца. Причем следует помнить, что эти блага нам дарованы Творцом всего сущего, Всевышним Аллахом. Господь напоминает нам об этом в Коране. Он, Аллах, Творец, Создатель Совершенный, дарующий облик и форму. У Него самые прекрасные имена. Славит Его все, что в небесах и на земле. Он великий, мудрый. А теперь давайте совершим увлекательное путешествие и изучим систему обоняния и вкуса и их бесподобный механизм действия. Удивительный замысел системы обоняния человека. Запахи
это распространяющиеся с поверхности предметов микроскопические химические частицы, то есть молекулы. Скажем, то, что воспринимается нами как запах свежемолотого кофе, по сути является летучими ароматическими молекулами этих зерен. Насыщенность этого запаха прямо пропорциональна степени испарения. Так, свежеиспеченный кекс пахнет несравнимо сильнее и вкуснее, чем зачерствелый. Причина этого в более свободном движении молекул запаха в кексе, только что вынутом из духовки, обусловленном высокой температурой. Свободное движение раскаленных молекул позволяет им распространяться на большее расстояние. Несмотря на то, что многие молекулы обладают свойственными им запахами, есть и исключения. Вода, к примеру, ничем не пахнет. Это большое благо для нас. Отсутствие запаха у воды устраняет многие ситуации, когда запахи могли бы смешиваться. Например, цветок розы без воды и свежая роза с каплями воды на лепестках пахнут одинаково. Различие между запахами объясняется различием химической структуры их молекул, которые основаны на очень тонких принципах и законах. Так, например, изменение в структуре молекулы даже одного атома углерода может сделать приятный нам запах совершенно невыносимым. Также и запахи, свойственные различным продуктам питания и блюдам, есть результат особого порядка атомов и химических связей между ними, составляющих в целом молекулы этих запахов. Каждая молекула спроектирована в полном и четком соответствии с ее предназначением. Несомненно, что этот великолепный проект принадлежит Творцу Всего Сущего, Всевышнему Аллаху. Но как происходит процесс восприятия нами запахов и их распознавания? Давайте сейчас изучим ответ на этот вопрос. При каждом вдохе мы вбираем в себя через ноздри смесь газов, состоящую из триллионов молекул, называемую нами воздухом. Эта смесь содержит в себе и невидимые невооруженным глазом микроскопические молекулы запахов. Часть вобранного нами воздуха направляется особыми турбинными костными структурами носовой полости к зоне восприятия запахов. Таким образом, молекулы запаха достигают зоны расположения обонятельных рецепторов, расположенной в верхней части носовой полости. Расположенные здесь рецепторы передают информацию о проникших сюда молекулах в мозг, а обонятельный центр головного мозга одновременно и оперативно анализирует все сигналы, поступившие от различных обонятельных рецепторов. Результат этого анализа образует чувство, называемое нами запахом. Одним словом, нос и носовая полость работают как лаборатория химического анализа, и этот орган обладает потрясающей чувствительностью и способен совершенно четко распознавать и помнить более 10 тысяч запахов. Впечатляет и скорость всех происходящих здесь процессов. Время между проникновением, например, молекул запаха кофе через носовые каналы и возникновением у нас заключения об этом аромате равно буквально долям секунд.